Это должно было случиться. Все получили еще один очередной толчок, чтобы избавиться от всевозможных рисков, которые регулярно обеспечивают нам соседи. Такое мнение высказал нашему каналу телеведущий и автор фильма «Крым. Путь на родину» Андрей Кондрашов. А советский писатель Эдвард Родзинский призвал крымчан в сложившейся ситуации со светом обращать внимание на тех, кому сейчас больше всего нужна помощь – инвалидов и стариков. На материке поддерживают крымчан. Мнение известных россиян собрала Екатерина Зуева. Ситуация, в которой оказался Крым, сложная и абсолютно эксклюзивная, по сути, новая для всего мира. Такого еще не было, заявляет телеведущая Арина Шарапова. Она сама недавно вернулась из Крыма и ощутила на себе все сложности со светом, поэтому понимает крымчан. Эта ситуация, знаете, дает такую надежду на то, что в ближайшее время, во-первых, такого больше не повторится вообще. Это, знаете, опыт сына ошибок трудных. Свет скоро дадут, поверьте. И он будет лично ваш, и еще Крым будет продавать в соседние регионы, а может быть даже и страны. Поэтому я уверена, что и наши православные, и мусульмане, живущие в Крыму, любимые мной люди, перетерпят это с достоинством, красиво. И, конечно, государство будет делать все, чтобы Крым обеспечить и светом, и радостью, и заботой. Ну, в общем, давайте потерпим, чуточку осталось, совсем капля. Все будет хорошо. Это очередной толчок для всей России, чтобы избавиться от зависимости, особенно когда соседи ненадежные, уверен журналист, автор фильма «Крым. Путь на родину» Андрей Кондрашов. Знаете, главное, что мы все с вами, абсолютно, переживаем вместе с вами, как будто вот у нас у всех в квартирах погас внезапно свет. С одной стороны, вы знаете, хорошо, это должно было случиться рано или поздно. Вот случилось это, и хорошо, будет энергомост. Вот нам чем хуже, тем лучше. Знаете, немножко пострадаем, зато потом, не будем ни от кого зависеть. Но пока зависим, знаете, мы все вместе, мы с вами. А советский и российский писатель Эдвард Родзинский призвал крымчан обратить внимание на инвалидов и стариков, тех, кому сейчас больше всего нужна помощь. Помогать своим соседям, помогать людям, которых вы даже еще не знали вчера, то я хочу пожелать доброты и жалости к тем, кому сейчас труднее. И надеюсь, что будет то, что бывает в беде с достойными людьми. Она их сплачивает, и люди начинают понимать те ценности жизни, которые считали такими обычными и обыкновенными. И как минимум одну ценность крымчане уже распознали. То, что считали обыденным, теперь стало настоящим праздником. Вы знаете, как мы радуемся, когда свет включают? Это же просто целый праздник у нас в семье. Екатерина Зуева, «Время новостей».